Всем привет, Агела. Сегодня у меня воскресная болталочка, влог. Вот, поболтать с вами, так что, если интересно, оставайтесь со мной. Сразу хочу сказать, вот это кадры из нового мастер-класса, который вышел на Дзене. И, кстати, хочу сказать, для тех, кто еще не знает, у меня на Дзене видео выходит гораздо чаще на сегодняшний день, да. Вот, допустим, если здесь одно видео, то там их выходит три мастер-класса, поэтому, если вам интересно, девчоночки, не забудьте подписаться на мой Дзен. Огромное вам спасибо за то, что вы туда подписываетесь. И смотрите мастер-классы, вот такую красоту. Я все подробно показываю, рассказываю. Ну, в общем-то, вы знаете, да, что какие-то новые идеи, какие-то новые свои наработки, может быть, да, весь свой опыт. В общем, мастер-классы смотрите на Дзене. Ну, а сегодня я решила с вами поболтать. Девчонки, сразу хочу сказать, абсолютно, это абсолютно никакая не реклама. Он понятия не имеет, кто я такая и вообще, что я о нем говорю, что я его смотрю. Но я просто решила с вами поделиться своими эмоциями и ощущениями. Я с удовольствием просто взахлеб смотрю канал Таюжный. Вот, тоже подпишитесь на него, он есть и в Дзене, и везде. Вот. И еще раз хочу сказать, никакая не реклама, он ничего не знает, просто делюсь с вами от души собственными эмоциями. Великолепный канал, там парень, молодой мужчина, вообще в глухой тайге непроходимой, да, показывает, так скажем, таежный быт. Вот, и для меня это просто так не бывает, это как сказка. Я с таким удовольствием смотрю этот канал. Я понимаю, что есть другие подобные каналы, я сразу говорю, не пишите, не проходит здесь никакой пиар, то есть названия и ссылки. Вот, я понимаю, что есть и другие и так далее, но я не хочу никакие другие смотреть, смотрю только таежные, и сейчас объясню, почему. Для меня, по крайней мере, вот мне нравится, я для себя нашла именно этот канал. Вот, мне очень нравится подача, там сразу видно, парень совершенно здравый, совершенно такой, знаете, воспитанный, умница, и как сказать, сразу видно, человек не пьет, не курит, то есть у него нет там на этом канале вот этой жрачки, срачки, знаете, ржания вот этого там, пьяни какой-то, вот такого нет. Совершенно без пафоса, без всяких там выпендрежей, парень вообще просто молодец, он показывает тайгу и зимой, и летом. Для меня, например, вот я обожаю зимние видео, также это восхитительная, просто бескрайняя тайга, природа восхитительная. Летние тоже люблю, но лично для меня раздражающий фактор – это вот это комарьё, вот это я не смотреть, не могу это не слышать. Вот, ну это лично для меня, может, не у всех же так. Вот, поэтому летние не очень заходят, хотя очень красивые видео, восхитительная природа, вот эти птички, вот это все, да, там, где могу, смотрю, где не могу, не смотрю. Вот, а так в целом я просто обожаю, вы представляете, живьем. Вот он показывает, как он поймал вот эти там щуки, окуни, представляете, вот живые, вот он сейчас выловил и прям тут же сразу приготовил, съел, вот он показывает, как это все он делает. То есть, вы знаете, минимум средств, как говорится, да, имея спички, нож, там, я не знаю, вот, ой, для меня это как какое-то что-то с другой планеты, понимаете? Я с таким восторгом смотрю, с таким нетерпением ожидаю его видео всегда, с таким восторгом смотрю эти видео, потому что это совершенно трушный, и он так достойно, нормально, спокойно себя ведет. Он совершенно такой вот, ну, вообще умница парень. Нормальная речь у него. Он не каких-то там университетов не заканчивал, да, просто обычный парень деревенский, да, в глухой тайге. Но он всю жизнь вырос. Для него это, знаете, он показывает охоту, рыбалку, там и на зверей, на крупных, лоси, медведи, и пушнина, вот всякие там соболечки, куницы, и с собаками, и без собак он охотится, и на птичек, там глухари у него, куропатки,
Ой, так интересно, я не могу, так не бывает. Но умом, это эмоции мои, а умом понимаю, конечно, что это вот здесь и сейчас, как говорится, да, у нас в России, вот в глухой такой непроходимой тайге, вот такой вот парень есть, он показывает, как он строит эти избушки, как он может запросто переночевать вообще под открытым небом и зимой, и летом, как говорится, под елочкой, и как вот он это делает, он... И вы знаете, мне очень нравится, что канал совершенно трушный, вот совершенно настоящий. То есть там нет никаких постановок, какой-то команды, чтобы кто-то его снимал, там где-то что-то. Конечно, он по мере возможности покупает вот камеры, исключительно, ну, на что-то надо снимать же, вот, то есть необходимые вот эти вещи, да. А так в целом у него совершенно такой абсолютно настоящий такой канал, и тем он мне нравится, что он, вы знаете, забыл ложку, нет ложки, например, да, поесть, и он тут же из дерева, из веточки как-то вырежет, выпилит там ножом вот эту ложечку, и здесь же костер разведет и в котелке приготовит. Вот как-то, знаете, ой, это для меня вообще просто сказка. Я абсолютно городской человек, от корней волос до кончиков ногтей, как говорят, да? Вот, и я совершенно, я даже не люблю вот этот отдых, вот кто-то любит дикарем поехать или там на шашлыки, на природу, это совершенно не мое. Я не люблю этого, я не говорю, что это плохо как-то, в этом тоже есть своя прелесть, но для меня, я вот этого не могу, не люблю, я, потому что я просто не привыкла, я так, я никогда в жизни не жила в деревнях, я никогда вот с этим, понимаете, я очень люблю море, и даже море у меня должно быть, как сказать, я вот не могу дикий пляж, например, мне надо нормальную, комфортную атмосферу, среду вот эту, да, чтобы пляж, чтобы лежаки там, я не знаю. То есть не потому, что я там как-то плохо отношусь, нет, просто я так привыкла. Если человек с детства вот так вырос, то, конечно, ему какие-то вещи могут быть непонятны, неприемлемы, да, вот так и я. Поэтому, вы знаете, я даже сама себе удивлялась, что мне настолько понравился вот этот канал, и я просто залипаю, хотя там никаких удобств у него, никаких, это, да, он все, то есть вот обычный нормальный человек городской, неподготовленный, он совершенно не выживет в таких условиях. А Николай показывает, как он запросто со всем этим справляется. Ну, человек, представляете, он всю жизнь, он вырос в этом. Вот. И он знает и видит все. Он сам как зверек, понимаете, он видит такие вещи, которые никогда не увидишь, даже вот, я не знаю, ну, это настолько завораживающе, мне так нравится этот канал, и смотрю я его, еще раз повторюсь, исключительно потому, что подача мне нравится. Парень абсолютно здравый, абсолютно, знаете, ну, видно человека сразу. Нормально, спокойно, достойно, уважительно, в то же время без каких-то постановок, не заискивающий там, не что-то, да, вот просто показывает то, что он знает и умеет, то, что так, у него есть даже фотоловушки, то есть там в дикой природе зверей посмотреть, да, их повадки, как они, что он, так интересно, я с удовольствием смотрю этот канал, с удовольствием всегда жду его видео. Канал Таежный. Вот. Что еще? Все-таки вы спрашиваете фильмы. Ну, я не могу вот так вот сказать, что у меня есть какие-то конкретные предпочтения, конкретные жанры. Я такой человек, если даже не всеядный, то многоядный, так скажем, да. Вот, я многие люблю жанры, мне интересно посмотреть какие-то захватывающие фильмы. Интересно также просто фоном под рукоделие, да, я вот помню, смотрела «Великолепный век», прям влюбилась в этот фильм, да, это такие фоновые фильмы, я их называю, где, когда можно одним глазком и туда, и сюда, и слушаешь, вот это все смотришь, вот. Очень люблю исторические всякие фильмы, сериалы. Если из наших, то мне очень нравится фильм «Великая» с Юлией Снегирь. Еще с ней есть фильм, как же, не помню, она там тоже играет. Ну, в общем, очень нравится. Если не смотрели, посмотрите. Из наших, опять же, если телевидение, то сериал «Склифосовский» под рукоделие прекрасно. Вот. А так, если в фильмах предпочтение, знаете,
Я не знаю, наверное, я вот так вот навскидку даже не скажу, но все фильмы с Ди Каприо, например, очень классные. «Волк с Уолл-стрит», ну это классика, конечно, «Авиатор», «Остров проклятых», «Титаник», там «Великий Гэтсби». Это вот те фильмы, которые стоит посмотреть, и вы их наверняка видели. То есть в Америку я не открыла. Исторически очень люблю. Очень люблю Мэрил Стрип. Ну, эта женщина может сыграть кого угодно. Да, от самой там нищей заморашки до там самой великой царицы и так далее. Ну, просто прелесть. Вот например, вот сейчас сразу навскидку фильм «Примадонна». Это великолепие. Это великолепие, очень хороший фильм. Посмотрите, если не видели фильм «Примадонна» с Мэрил Стрип и Хью Грантом. Хью Гранта обожаю, я просто обожаю этого мужчину, этого артиста. Ну, естественно, «Дневник Бриджит Джонс», да? Вот дальше, ну, «Секс в большом городе» мне очень нравится, сериал тоже, как фоновый. Вот, и в то же время и смотреть, он красивый, наряды вот эти вот у девочек. Ну и, в принципе, знаете, у меня нет такого. Это надо подготовиться, наверное, выписать фильмы на бумажку было. Ну, пока вот так навскидку вот сказала, да. «Треугольник печали» есть такой фильм, очень интересный, довольно философский. Вот. Из недавнего, там, 23-го года, Роман Полански, фильм «Дворец». Ну, знаете, ну, такое. Ну, можно посмотреть, да. Тоже есть над чем задуматься, как говорится, да, сериал «Белый лотос», вот тоже из такого. Ну, «Белый лотос» интересно посмотреть, вот. Ну, пожалуй, вот я дальше, может быть, когда-то я подготовлюсь, прямо повспоминаю, выпишу. Очень люблю советские фильмы. Раньше был другой подход немножко, конечно. Вот, игра актеров, великолепие просто. Вот, очень люблю советские какие-то фильмы. В плане музыки, например, я очень люблю песни военных лет, наши песни, да. А в плане музыки я тоже человек очень такой всеядный, многоядный, так скажем. Я обожаю классическую музыку, я обожаю легкую попсовую музыку. То есть у меня много разных. Вообще, я, в принципе, музыкальный человек с детства. Я уже говорила вам эту тему, вы знаете. Вот. Что касается, вот из недавнего меня поразило. Мне очень нравится программа «Ну-ка, все вместе». Ой, обожаю. Так здорово Лазарев с Басковым ведут ее. И вообще, мне очень нравится эта передача. А сейчас у них в новом сезоне хоры. Ой. Я просто в восторге от хорового пения, я просто в восторге. Мне нравится и классическое, академическое, вернее, хоровое пение, камерные хоры. Я обожаю народников, я просто в восторге от народников, от народных песен. Ой, хоры – это нечто. Если есть возможность, походите на хор, ну, любой какой-то, на хоровое пение, там, на концерты, потому что даже если в телевидении вот такое вот производит эффект, да, столько эмоций, это так прекрасно смотреть и слушать, то представляете, каково это живьем. Вот, поэтому хоровое пение – это нечто. Кстати, вот что-то вспомнила про Бабкину, куда делась Надежда Бабкина. Очень любила ее вот этот хор песни. Просто обожаю наши песни. Вот, и хоры. Что еще сказать? Ну, и по поводу, если там вспомнили про концерты, вот взять того же Киркорова, например, да, в плане оценки, прежде чем оценивать, если вы не видели, не были на концерте, то даже не беритесь оценивать. Ну, не только Киркорова, любого артиста, потому что восприятие телевидения, интернета – это одно. А когда ты именно побудешь на шоу, на концерте, это совершенно вот здесь, вот ты уже видишь и можешь судить, ну, как бы, артиста. Вот, нравится, не нравится. А по телевидению невозможно понять. Живьем шоу, именно живой концерт – это нечто. Вот, и как работает Киркоров, я не знаю. Мало кто работает, наверное. Ну, хотя, конечно же, есть очень много талантливых людей,
Прекрасное шоу. Ну, в данном случае, вот раз об этом заговорили. Так, ну что еще? Что еще? Вроде все. Вот такая болталочка у меня сегодня, просто ни о чем. И, девчонки, еще раз напоминаю, если вам хочется посмотреть, почаще смотреть мастер-классы, смотрите, подпишитесь на меня в Дзене. Огромное вам спасибо, мои милые, за то, что вы подписываетесь. Тем, кто подписан, большой привет, спасибо вам большое. Подписывайтесь на Дзен и смотрите. Вот в Ютубе одно видео, а в Дзене тем временем три выходит, понимаете? Вот такой разброс. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, смотрите. Вот. И еще раз напоминаю про ткани. И в наборах, и метражом, девчоночки. Сейчас 8 марта совсем скоро. Мне кажется, такой подарок, ну, просто угодит любой женщине. Вот, а тем более рукодельнице. Порадуйте себя, своих близких. Потрясающие наборчики, все перевязано ленточками, в пакетиках, все красиво, все прекрасно, быстрая отправочка, время есть. Так что пишите мне ВКонтакте. Вот, и я с удовольствием отправлю вам красоту. Ну а на этом я с вами прощаюсь, мои дорогие. Вот такая сегодня у меня воскресная болталочка. Желаю вам всего самого доброго, приятного вам рукоделия и бесконечного вдохновения. Совсем скоро мы с вами увидимся. Всего вам доброго. Пока-пока.